новости на канале ФКТ. В студии Ольга Десятова. Здравствуйте и смотрите сегодня. В центр Сочи сегодня съехалась спецтехника, оцепили железнодорожный вокзал. Для сочинских школьников прозвенел последний звонок. 2200 выпускников попрощались с учителями. На сочинских клумбах в этом году проводят эксперименты. В целом уже высажено 500 000 цветов. Шоу двойников и конкурс костюмов. Сочи готовится открыть сезон. Сейчас проходят последние репетиции карнавала. Сегодня в центр Сочи была стянута спецтехника. Оцепили железнодорожный вокзал. Были эвакуированы гости из соседнего отеля. А на привокзальную площадь никого не пускали. Как сообщил источник в правоохранительных органах, поступила информация о минировании вокзала. Спецслужбы сразу же проверили здание. Людей в это время перенаправляли от ЦУМа в другой подземный пешеходный переход. Ничего не знаю. Я пришел на электричку. И вот не пускают. Говорят, учения. Часа два назад где-то появились и говорят, учения. Не знаю, что еще. А так всех выгнали с вокзала. Может быть, в связи с праздником, то, что у нас будет мероприятие в городе, сейчас проходить и происходит в городе учения. Но это правильно, на самом деле, что учения, если будут, то есть, ну, они молодцы. В 15 часов пассажиров электрички стали пропускать на платформу. Работа железнодорожного транспорта не была нарушена. Сбоя в расписании нет. Официальные комментарии пока не поступали. Но, тем не менее, день сегодня запомнился более радостным событием. Во всех школах Краснодарского края прозвенел последний звонок. Больше 84 тысяч 11 и 9 классников прощаются с учителями и друзьями. Поздравил выпускников и губернатор края Вениамин Кондратьев. В своем официальном инстаграм-аккаунте глава региона пожелал ребятам найти свой путь в жизни и добиться успеха. Поздравляю всех, для кого сегодня в школе прозвенел последний звонок, и всех ребят и учителей с окончанием учебного года. А выпускникам этого года желаю успешно сдать экзамены. Впереди огромный мир и миллион возможностей. Выбирайте те, которые вам по душе. Не отдавайте свое место никому, мечтайте, творите и достигайте новых высот. Краснодарскому краю нужны талантливые специалисты, увлеченные своим делом, те, которые выведут наш регион к новым достижениям. Именно от вас зависит будущее Кубани. И я верю, ребята, у вас все получится. Для сочинских школьников тоже прозвенел последний звонок. 2200 выпускников попрощались со школой. Праздничные линейки прошли во всех учебных заведениях Сочи. Наша съемочная группа погрузилась в атмосферу праздника в школе номер 4. На эмблеме 4-й школы парусник. Он плывет сквозь шторм к заливу мечты. Все как в школьной жизни. На бумажных корабликах, которые 11-классники отправляют в дальние плавания, пожелания друг другу и родной гавани. Очень тяжело расставаться с этой школой, потому что за 11 лет уже стали семьей. И сложно уходить дальше куда-то в другую жизнь. Мы очень любим свою школу. Мы очень любим друг друга, одноклассников. Хотим поблагодарить за все эти годы. Не зря говорится, школа как дорога. 11-классницы отказались от белых фартуков, но вплели в косы белые банты, как символ уходящего беззаботного детства. Звенит последний звонок. Выпускники уже не сдерживают слез. Долгожданный для всех школьников праздник всегда с ноткой грусти. В этом году в 4-й школе всего 26 выпускников. Еще 150 покидают школьные стены с аттестатом об окончании 9 классов. Школа – это такой коллектив, который мы всегда будем вспоминать всю свою жизнь. Школа нас объединяет. Я вам желаю счастья. Никогда не отступайте, не сдавайтесь перед препятствиями. Мечтайте, дерзайте, вы всегда достигнете того, что вы желаете. За вами и будущее. Выпускники кружатся в прощальном школьном вальсе. Для них десятки пожеланий от учителей и родителей. Для преподавателей – море цветов. Учителя за 11 лет для выпускников стали больше, чем просто педагогами. Грусть немножечко, но грусть счастливая, потому что дети, как говорится, получили путевку в жизнь. Сегодня последний звонок. И очень хочется верить, что правда у них все будет хорошо. Самое главное, что они счастливы. И вот чтобы они сохранили это ощущение на всю жизнь.
Сегодня последний звонок в Сочи прозвенел для 2200 выпускников. Позади у них большой пройденный этап, впереди целая жизнь. Последний звонок дал старт новым испытаниям. Наступает пора ЕГЭ. Первые тесты по географии и литературе школьники напишут 27 мая. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И к другим новостям. Как развивается Северский район Кубани и какие показатели необходимо улучшить, чтобы муниципалитет вышел на новый уровень? Об этом говорили на встрече губернатора Вениамина Кондратьева с активом. Глава региона ответил на вопросы местных жителей и оценил развитие экономики, промышленности, туризма и других отраслей. До совещания Вениамин Кондратьев посетил крупную агрофирму, школу и швейную фабрику. Подробнее расскажут наши краснодарские коллеги. Голландское производство с кубанским акцентом – это предприятие в Северском районе, одно из лидеров региона. Здесь всего за полгода собрали 950 тонн огурцов. Фирма выращивает овощи с помощью гидропоники, как говорят в народе, без почвы. Все автоматизировано до мелочей. Полив, отопление и проветривание в теплицах под контролем умного компьютера. Хоть здесь и используют европейские технологии, семена кубанские из Крымского района. Тепличный комплекс станицы Новодмитриевской сегодня посетил губернатор края. Вениамин Кондратьев смог лично оценить качество продукта. Коллеги, вот по большому счету от грунтового, так как сельские жители, я могу сказать, что его сложно отличить. Вот. Качество, доступность, а это в первую очередь для жителей края принципиально важно, потому что здесь нету ни транспортной логистики, которая ложится на цену, нету еще многих факторов, влияющих на большую цену сегодня огурца, помидора, любых овощей, которые в крае производятся. И самая главная стратегическая задача – создать вам условия, чтобы как можно больше, еще раз подчеркиваю, и овощей, что касается здесь, конечно, огурцов, помидор, то есть вы в крае производили. То есть для нас это и экономика, ну и продовольственная безопасность, в первую очередь, региона. В следующем году комплекс планируется расширить и выращивать здесь не только огурцы, но и томаты. А вот будущих агрономов и селекционеров обучают в местных образовательных учреждениях. Губернатор также посетил 43-ю школу в станице Северской. В прошлом году здесь открылся новый учебный корпус. Современное здание расположилось по соседству со старым блоком. Оно вместительное и рассчитано на 400 мест. Корпус даже можно назвать полноценным образовательным центром. Постройка позволила избавиться от второй смены. В здании также есть спортзал, кружки по шахматам, музыке, а в соседнем кабинетах детей обучают робототехнике и кинопроизводству. Мы все стараемся, чтобы образовательный процесс, который мы в нашем крае создаем, он был на самом деле на высоком уровне. А для этого в первую очередь нужна возможность, нужны школы. И не только, я уже сказал детям, по форме они красивые, они должны по содержанию отвечать сегодняшним требованиям образовательного процесса. Конечно, про мировые стандарты говорить не приходится, но хотя бы к ним приближаться. В просторных кабинетах и удобные парты, интерактивные доски. Главную оценку новой пристройки поставили, конечно же, дети. Впечатлениями ученики станичной школы делятся с губернатором. Раньше в какой школе учились? 43. 43. А сейчас? 43. 43. Я имею в виду, в здании-то в каком? Ну, а сейчас в каком? Большое, красиво. Ну и в каком лучше? В большом. Знаете, вот главное, ребята, чтобы у вас была возможность учиться в хорошем, комфортном и корпусе, и не только чтобы внешне он был красивый, но еще и все необходимые условия для того, чтобы качественно изучали предметы, тоже должны были в школе быть. За последние 5 лет Северский район улучшил свои позиции по многим показателям. Муниципалитет покинул группу территорий с уровнем развития ниже среднего и сегодня прочно занимает 16 место по социально-экономическому развитию. Одно из базовых направлений – промышленное производство. Вениамин Кондратьев сегодня смог лично оценить возможности краевых предприятий. Губернатор посетил одну из швейных фабрик района. Там выпускают джинсовую льняную одежду, а также школьную форму, которую поставляют в 3 муниципалитета. Несколько лет предприятие прибыль не приносило, работали практически в убыток. Сегодня удалось выйти с нулевой отметки. Компания продает изделия крупным сетям, работает через интернет и участвует в текстильных выставках. Но о больших поставках пока говорить трудно. Губернатор подчеркнул, в крае надо развивать такое производство. Мы должны сами двигаться навстречу друг другу. Вы, как представители текстильной промышленности нашего края, мы, как органы власти, по большому счету, и вместе, в диалоге, мы можем находить решение ваших проблем. Вот здесь в рабочем режиме встречайтесь вот с такими руководителями, которые неравнодушны, которые активны, которые болеют за то, что они делают. И находите те пути, которые сегодня помогут им честно конкурировать на рынке, честно
продавать свою произведенную легально продукцию и ею гордиться. А мы должны гордиться, что этот бренд произведен в Краснодарском крае. Перспективы развития Северского района Вениамин Кондратьев обсуждает уже на встрече с активом. Глава муниципалитета Адам Джарим свой доклад начинает с показателей финансового блока. Район сегодня может похвастаться достаточно крепкой и стабильной экономикой. За 2018 год бюджет района по собственным доходам составил более 626 миллионов рублей, а план выполнен на 105%. Отмечу, что планы по доходам выполнены всеми поселениями муниципалитета. По состоянию на май текущего года среди муниципальных образований края по итогам работы Северский район находится на 4-м месте. По темпам роста собственных доходов консолидированного бюджета края и на 7-м месте по выполнению плана 2019 года. Северский район стабильно привлекает инвестиции. Муниципалитет занимает 5-е место в крае по этому показателю. Выросло и число предпринимателей. В районе больше 4,5 тысяч малых и средних предприятий, в которых занято более 8 тысяч человек. Хорошие результаты показывает торговля и сфера услуг. Направление, которое может положительно повлиять на экономику предгорного района – туризм, например, бальнеология. Большое количество термальных источников и минеральных источников по своему химическому составу, сходных полностью с ессентуками, находится 30 километров от Краснодара, здесь, в Северском районе. Это вот такие интересные и вкусные бальнеологические или курортные территории, которые можно развивать. Здесь я готов вместе, Адам Шевинович, вместе с муниципалитетом, вместе с министерством курортом посмотреть и, может быть, попытаться войти в какие-то федеральные целевые программы, тем более, что такие программы целевые есть. Все эти красивые цифры должны отражаться на реальной жизни людей, напоминает глава региона. О волнующих проблемах жители района сегодня смогли рассказать лично губернатору. Общественники из станицы Северская опасаются за свое здоровье. Около домов возвысилось множество вышек сотовой связи. Люди боятся излучения. Вопрос хаотичного строительства незаконных объектов актуален как в крупных городах, так и в маленьких станицах. Сотовые компании даже не стесняются их ставить в жилом секторе. Вениамин Кондратьев поручил разработать специальную систему размещения, которая позволит компаниям согласовывать расположение объектов с краевыми властями. И здесь утвердить, я считаю, надо на самом деле органам местного самоуправления схему размещения данных вышек, но взвешенно утвердить. Я не сторонник, чтобы они в огородах были, абсолютно не сторонник. Может быть, и люди, они должны нервировать эти вышки. Ну, что, не найти место, что ли? Ну как, это на бетонном основании, значит, это не временное строение, а капитальное. Позиция должна быть с зубами, а не без зубов. Если это на бетонной основе, ну как это можно? Приехали в район, там, в ваш район, и пытаются там что-то строить без разрешения. Тем более, еще раз подчеркиваю, если это на фундаменте, все это капитальное строение. Вы ходите с иском в суд, заказываете экспертизу, подтверждаете ее капитальность и сносите эту вышку. По большому счету, если суд примет решение, тогда будет порядок. На встрече с активом разговор зашел о конкуренции между предприятиями. В Северском районе расположен Афипский хлебокомбинат. Один из крупнейших производителей в крае в прошлом году был вынужден снизить объемы. На местный рынок пришли представители из других регионов с недорогой и низкокачественной продукцией. В результате в деньгах теряет не только местный производитель, но и бюджет региона. Афипский хлебокомбинат, генеральный директор. У меня такой вопрос, это озабоченность не только моя, а всех хлебопеков края. До каких пор ростовские хлебопеки будут забрасывать нам своим хлебом? И не совсем качественным. Давайте рыночным способом попытаемся сегодня сделать так, чтобы в нашем регионе все было наше. Но рыночным способом. И без вас здесь ничего не сделать. А не проще ли вам, допустим, кредитовать сегодня фермера на корню, на стадии посева? То есть сразу фиксированная цена, вы ему даете деньги на посевы, вы даете, да, берете с него и риски на себя берете за урожайность. Ну и гарантированно потом покупаете, забираете пшеничку по фиксированной цене. И это же будет существенный вклад в себестоимость ваших хлебобулочных изделий. Этот год для Северского района юбилейный. В октябре муниципалитет отметит 95-летие со дня образования. И важно использовать каждую возможность в решении возникающих проблем, чтобы знаменательную дату район встретил с еще более высокими показателями. Яна Бузычкина, Алина Сорокина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Северский район. Вениамин Кондратьев поручил разработать дополнительные меры поддержки хлебопекарной отрасли края. По мнению главы региона, это позволит кубанской продукции оставаться конкурентоспособной на внутреннем рынке. Такое поручение губернатор дал в ходе встречи с жителями Северского района. Одно из крупнейших предприятий края, Афипский хлебокомбинат, в прошлом году было вынуждено снизить объемы производства. Все дело в том, что на прилавках магазинов все чаще стали появляться хлебобулочные изделия из соседних регионов. Недорогие и не всегда качественные.
Афипский хлебокомбинат, генеральный директор. У меня такой вопрос, это озабоченность не только моя, а всех хлебопеков края. До каких пор ростовские хлебопеки будут забрасывать нам своим хлебом? И не совсем качественным. Давайте рыночным способом попытаемся сегодня сделать так, чтобы в нашем регионе все было наше. Но рыночным способом. И без вас здесь ничего не сделать. А не проще ли вам, допустим, кредитовать сегодня фермера на корню, на стадии посева? То есть сразу фиксированная цена, вы ему даете деньги на посевы, вы даете, да, берете с него и риски на себя берете за урожайность. Но и гарантированно потом покупаете, забираете пшеничку по фиксированной цене. И это же будет существенный вклад в себестоимость ваших хлебобулочных изделий. Также губернатор поручил разработать краевую программу, которая поможет предприятиям модернизировать производство. Это позволит удешевить себестоимость местной продукции. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 24 мая в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем 23-25 градусов выше нуля. В России появятся вагоны со специальным запахом. Новые пассажирские вагоны с ароматом кофе выйдут в рейс в 2023 году. С таким заявлением выступило руководство компании-производителя подвижного состава. Как отметили представители завода, РЖД разрабатывает новые направления, и одним из них является аромадизайн. Такого в российских вагонах еще не было. Вместо привычного запаха по составу будет распространяться аромат свежесваренного кофе. Не так давно в Москве были представлены и новые купейные вагоны с холодильниками и микроволновками. Такие вагоны мы увидим раньше ароматизированных на маршруте Санкт-Петербург-Адлер. В субботу в Сочи состоится грандиозный карнавал. Так на курорте откроют летний сезон. В этом году шествие изменит маршрут, да и вообще будет много сюрпризов. На репетиции побывала наш корреспондент Елена Овсецина. Вот уже традиция открывать в Сочи курортный сезон карнавалом. Пока репетиция, а в субботу жителей и гостей ждут на главной театральной площади курорта. В этом году карнавал изменил маршрут. Он пройдет от сочинского цирка до Зимнего театра. Начнется шествие по курортному проспекту в 19 часов. В карнавале будет задействовано 2500 участников. На площади тем временем развернется красочное шоу с участием и приглашенных артистов, и местных коллективов. Я Флора, мать природы, настроение прекрасно. Мы готовимся к карнавалу. В этом году, по задумке организаторов, главным цветом праздника станет солнечно-желтый. Даже в кафе и ресторанах рекомендовано желтое меню, чтобы все напоминало о главном лозунге сезона «Возьми с собой солнце». А темой карнавала стал театр. Не хочется, конечно, раскрывать всех сюрпризов, пока мы еще только готовимся. Я могу только сказать, что этот карнавал посвящен году театра в нашей стране. Поэтому мы будем писать большой спектакль о том, как проходит карнавал в городе Сочи. Одним из самых необычных номеров станет шоу двойников. По улицам Сочи пройдут Майкл Джексон, Чарли Чаплин, Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри, Элвис Пресли, Алла Пугачева. Сейчас звезды карнавала усиленно репетируют, копируют жесты, походку и голос своих кумиров. Женщина, которая поет. В субботу в течение дня будут работать несколько зон активности. На улице Новогинской запланировано выступление уличных театров и молодежных коллективов. На площади Флага ретро-дискотека под духовой оркестр. В Черешневом саду с полудня до 18 часов детские и семейные мероприятия. Прекрасная возможность провести выходной день со своими детьми на детских площадках в Черешневом саду. Там у нас будут работать кукольные театры, театры миниатюр, будут работать мастер-классы, посвященные именно вот театральному искусству. Первый карнавал в Сочи прошел в 2015 году. С тех пор каждый новый курортный сезон начинается именно так, красочно и весело. Яркой точкой карнавала станет праздничный фейерверк в 22:50 на театральной площади. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Полмиллиона новых цветов и эксперименты на сочинских клумбах. Город готовится к лету. Растения высаживают повсеместно и не только специалисты-озеленители.
В Сочи зацвели совершенно новые виды цветов. Ранее они не росли на курорте. Именно поэтому озеленители новый сезон назвали экспериментальным. На этот раз весенне-летний ассортимент разбавили биденсы, космея, петхоя. Эти цветы более стойкие, да и окраска отличается от той же привычной для Сочи виолы. То есть тяжелые растения с тяжелыми листьями, такими плотными. Есть очень легкие, вот как космея, они как бабочки будут порхать. А в общем, это такая будет концепция, знаете, веселая, нарядная, летнего сарафана. Что касается съезда, на котором мы сейчас находимся, с курортного проспекта, здесь традиционно мы высаживаем бегонию симперфлоренс, которая действительно очень крепкая, способна выдержать открытое солнце, которое вот здесь прям как сковородка у нас, да, и выращивает эту бегонию наш питомник декоративно-цветочной культуры, который находится на Мацесте. Высаживают новые для Сочи цветы не совсем обычным способом. В помощь – рабатка. В итоге клумбы получаются пышноцветные. К тому же этот особый вид цветника позволяет смешивать растения и демонстрировать новые сочетания. Не отстают от городских клумб и цветники, которые расположены в парках. К примеру, в Ривьере к лету обновили одну из достопримечательностей – розарий. Это и гордость, и украшение парка. Сегодня здесь яркими красками зацвели сотни роз. Ежегодно мы досаживаем еще здесь очень интересные саженцы, которые привозятся из разных мест, причем адаптируются к нашим условиям, именно к сочинским, потому что тут почва такая не такая благоприятная, поэтому в основном это розы из Венгрии. Летний наряд Сочи поднимает настроение, и это его главная особенность, считают и горожане, и гости курорта. К лету подготовились очень, очень прекрасно, красивые розы, очень красивые, а какой аромат от них, это вообще фантастика. Сразу видно, что город расцветает, цветет и пахнет. Такое огромное количество цветов, сумасшедшая красота. Сочи на сегодняшний день – это один из самых прекрасных городов. Приятно посмотреть то, что ухаживают за зеленью, поддерживают вот эту чистоту, и люди очень адекватно относятся к этому, тоже берегут, что немаловажно. Во все времена Сочи называли городом-садом. Такой он и сегодня. Соответствовать этому статусу стараются и в спальных районах. К примеру, этот мини-парк расположен во дворе многоэтажки на улице Тимирязева. Создали его сами жильцы. Мы хотим, чтобы наш дом красивым был, поэтому мы трудимся все, трудимся с утра до ночи. Вот. Бывает, что и в 5 встаем, 5:30. Вы знаете, может быть, это высокопарно, но я хочу сказать, я очень люблю свой дом. Я уважаю своих жителей. Наш дом хочет тоже красоваться на фоне нашего города, чтобы был такой же красивый, как наш город. В целом в Сочи уже высадили 500 000 так называемых летников, любоваться которыми можно будет вплоть до октября. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. «Мистер Икс» и «Свадьба в Малиновке» в Сочи с гастролями приехал Ивановский музыкальный театр. Это будут первые гастроли в Сочи Ивановского музыкального театра. Они откроются 27 мая концертом «Весь мир театр». В последующие дни гастроли артисты представят любимые зрителями спектакли в жанрах классической музыкальной комедии, оперетты и мюзикла «Мистер Икс. Сильва. Свадьба в Малиновке». 29 мая будет показан мюзикл «Алые паруса». Спектакль адаптирован для зрителей с нарушением слуха. Постановка пройдет с субтитрами. В рамках гастролей будет подписано соглашение, сейчас его оговариваем. Заключим соглашение о сотрудничестве, и в рамках которого наши артисты Ивановского музыкального театра будут принимать в совместных мероприятиях или в отдельных мероприятиях, концертах, творческих каких-то проектах. Перед началом каждого спектакля на ступенях Зимнего будет играть симфонический оркестр Ивановского театра. Гастроли продлятся до 30 мая. Красотой уголков России можно полюбоваться, не выходя из одного зала. В арт-медиа-центре «Родина» открылась персональная выставка художника Станислава Сопикова. Экспозицию так и назвали «На просторах Родины». Пейзаж – любимый жанр художника, и он ему остается верен на протяжении многих лет. В этюдах, в самых разных техниках – масле, акварели, карандаше, туши – художник запечатлел уголки России. Родился Станислав Сопиков в Красноярске, но детскую художественную школу закончил в Сочи. Потом были и Москва, и снова Красноярск. Все, что окружает художника, становится темой его работ. Здесь представлены портретные и бытовые зарисовки. Все в лучших традициях реализма. Все, что окружает нас – это все прекрасно, замечательно, которое дает нам стимул к
к этой жизни, радости, любви. Это главное. С 79 года художник активно участвует в выставках. Картины Супикова находятся в галереях и частных собраниях России, Франции, Германии, Японии, Финляндии, Польши и США. Есть они и в экспозиции Сочинского художественного музея. Промо-ролик «Кинотавру» Федор Бондарчук и Константин Хабенский станцевали под трек «Антохи МС». Такой подарок звезды подготовили к открытию 30-го юбилейного кинофестиваля. Актеры и режиссеры станцевали под модную песню и облачились в необычные наряды. Оригинальный номер снят Андреем Вальдебергом. В ролике звучит песня «Антохи МС. Это лето», под которую актеры и режиссеры исполнили модный танец. В кадре видна Ирина Горбачева с красными волосами, Константин Хабенский, изображающий робота, предстал в бейсболке и разноцветных брюках, а Федор Бондарчук примерил черную шляпу и толстую золотую цепь. Поздравить кинофестиваль таким образом решили также Анна Михалкова, Юлия Пересильд, Ксения Рапопорт, Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко и другие представители шоу-бизнеса. Программа «Кинотавра» была объявлена в конце апреля. В этом году жюри возглавит Константин Хабенский, вместе с которым оценивать картины будут Резо Гигинишвили, Алексей Айги, Наталья Мещанинова и Анна Чиповская. На открытии продемонстрируют ленту «Одесса» Валерия Тодоровского. Зрители увидят и хиты проката, например, «Миллиард» и «Трезвый водитель». Фестиваль завершится 16 июня. Сочинская школьница победила на первенство России по джиу-джитсу. Турнир прошел в Челябинске. Урал принял более 1000 атлетов из всех регионов России. Сочи представляла Алина Авдеева, ученица 6-й гимназии и спортшколы номер 17. Она провела 4 поединка и в каждом одержала бесспорную победу. В результате сочинка завоевала золотую медаль национального первенства и вошла в состав сборной России. Теперь Авдеева будет представлять нашу страну на первенстве мира в Румынии в сентябре. Тренирует Алину ее мама Ольга Авдеева, тоже именитая спортсменка. Помимо этого помогла и работа с чемпионом мира и Европы по джиу-джитсу бразильцем Максом Карвальо, который проводил семинар для кубанских спортсменов перед чемпионатом. В Сочи Алину с победой уже поздравили одноклубники из «Динамо» и директор школы. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи» в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.